Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Prius 2000 года выпуска. Двигатель 1.5 бензин, планетарка, передний привод. Пробег на автомобиле 326 тысяч километров. Загудела задняя правая ступица. Сейчас поднимаю автомобиль, крутану, покажу и сниму заднее колесо. Снимаю колесо и снимаю тормозной барабан. Сейчас попробую снять, не разводя колодок. Не получится, разведу колодки. Нет, колодки плотненько стоят. Сейчас немножко разведу. Здесь вот сверху заглушка резиновая. Вот она, я ее снимаю, и через нее 2-3 щелчка отщелкну трещотку, тем самым ослаблю зажим колодок, ну, прижим колодок барабана. Немножко ослабил. Сейчас покажу, что именно. Чуть повыше поднял. Вот механизм с этой стороны, и его надо вот в эту сторону свернуть, получается, через вот это окошко сзади. Сейчас отвертку засуну, вот она отвертка, и потихонечку вот так вот расслабил. Кстати, заодно сразу видно, что колодки уже подходят к замене. Хозяину скажу, что надо будет их заменить. Ну а дальше что? Дальше нам нужно открутить ступицу сзади, 4 болта. Откручиваю, снимаю разъем. Здесь сейчас на улице у нас очень грязно, поэтому все в грязи. Но разъем я сниму, когда выдерну немножко. Хотя я, наверное, и не выдерну. Надо на месте снимать. Снимаю сначала разъем, сейчас обдую его. Обдул я разъем. Вот видно, отвертку вот сюда вставляю. Вот в это место. Потому что можно руками нажать, а можно отверткой нажать. И спереди вот поднимается фиксатор. Вот он. А теперь можно фишку снимать. Вот. Внутри чистая. Откручиваем болты. Болты, головка на 12. И все, у нас ступичный подшипник должен сюда выйти легко. Песнеры называется. Открутил я сзади 4 болта. Обратный молоток у меня не встает сюда. Я сейчас диск возьму, гайки, все 4 чуть-чуть наживлю. Диск литой был бы железный, можно было бы обратной стороной. Ну так. Будет диск как обратный молоток работать.
сзади разбивать не хочется. Вот и все. Да, грязно. Сейчас мне напишут, почему не помыл. Нет возможности помыть. А пока доедет, также будет грязно. Все, получается, ступица сошла вместе с задним щитом. Сейчас от него отсоединю и все. Так вот. Колодки я снимать не буду. Вот он, подшипник, идет в сборе, есть интегрированный с датчиком ABS. Просто ему пришло время настолько, что стружка высыпается из него. Сейчас немножко здесь щеткой по металлу грязь собью. Беру новый подшипник. Новый подшипник заказали фирмы Zekert. Дело в том, что кто-то ругается на эти подшипники, а кто-то их не то что хвалит, но люди по полтора, по два года на них откатываются. Плохого конкретного вот именно про подшипники я не скажу. Номер подшипника RL1426. Он идет с датчиком. Вот такое вот исполнение, конечно, по ступице немножко другое. Здесь разъемы есть. По высоте размеры полностью соответствуют, поэтому беру, устанавливаю. Сейчас медной смазкой смажу. Посадочную смазал и устанавливаю. Спокойно со смазкой заходит. То, что щетка почистил, беру болты, наживляю. И прикручиваю. Подшипник я притянул. Ставлю на место разъем. Зафиксировался. Окно пока не закрываю. Сейчас барабан поставлю и колодки маленько разведу. Также под барабан здесь немножко брызгу. И устанавливаю. Thank you.
Вот так вот. Без постороннего шума теперь крутится барабан. Ставлю колесо и подвожу колодки. Колесо крутится нормально. Сейчас его раскручиваю и трещоточку вот здесь вот получается сверху вниз потихонечку опускаю. Так, нормально? Можешь еще? Нет, цепляет. Да, цепляет, а это краешек. Ну-ка. Тоже стало, да? Да. Все, вот так оставляем. Ставлю на место заглушку. И на этом замену ступичного подшипника я закончил. Всего вам доброго.